Приветствую, дорогие наши зрители. А сегодня я уже выпустил ролик шорса «Собери все X3». Вам выпал танчик, так скажем, маленький танчик. Вот. Т-14, короче, вот такая вот пиздюлька. Такая специфичная. Теперь я хочу ее протестировать. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Какой урон наносит. Хороший, нехороший, мощный, немощный. Давно на пятерках вообще в целом не играл. А, ну конечно же, сразу нас с шестерками ставят. Один я пятерка, и остальные все шестерки. Обосраться просто. Шикарно, шикарно, шикарно. Очень прям хороший способ проверить танк. Так. Что происходит? Че, не отключился буст? Бля, медленный. Он, короче, пятак, но он... Тяжелый танк, короче. Бля, это писец, прикинь. Как же он медленно херачит, боже. Я надеюсь, что не пробиваем, наверное. Но опять же, это не факт. Это не стопроцентная инфа. Я не знаю, первый бой сейчас им. Посмотрим. Сейчас заедем куда-нибудь. Ну, шестерка 100% пробьет, как ни крути. Это прям железобетонное чувство. Так, цешку еще никто не захватывает. Значит, возможно, там никого нет. Или сейчас кто-нибудь вылезет. Беспалевно. Так, никого нет. Ну, в принципе, фокусирует более-менее, конечно. Но вроде резво пушка. Не то чтобы. Короче, сейчас посмотрим. Ударим мы. Стрельнем и посмотрим. Что на себя представить, так то он выглядит то мощно. Скорее всего, тоже 45 градусов нужно будет стоять примерно, чтобы. Бля, я пока езжу, захватываю, блин. Никого даже не вижу. Здесь за домом стоит. И здесь едут. Опа. Так. Ну, кто-нибудь трепнется? Шикарно. Они все по низу, короче, едут. Да, он 164. Да, он. Ну, 160. Для шестерки, конечно, это маловато. Броня не пробита. Боже мой. Может, по шапке получится попасть? Воу, дал 140. Неплохо. Это, конечно, жестко. По 140-130 бить на таких уровнях против шестерок, я имею в виду, очень невыгодно. Очень невыгодно. Ну, считай, благодаря мне, сколько я захватил. Давай. Шикарно, 130-120 дал. Ну, по 140, блин, ну против шестерок, конечно, слабовато. Да и по мне никто не ударил, я не знаю, я даже и не понял, короче. Но мы сейчас чисто пробные трикатки. Это всегда это трикатки, чтобы понять, почувствовать и понюхать. Так, два соберем. Читаю, я даже не обратил внимания, сколько я получил. У нас, кстати, 1000 уже мы компенсировали. И из бесплатного у нас выпал еще один кейса. 200 золотых. Поэтому нормально. Скоро мы еще один откроем, так скажем. Так, еще здесь чутка осталось. И получим всякие штуки-дрюки. Так, 2500, все, погнали. Вторая попыточка. Вот тут хоть немножко пятерок. Раз, два, три. Три пятерки, сука, и одни шестерки опять. Ой, как же это бесит. Просто шестерки уже по факту бьют, ну, намного больнее. Бой начинается. Ну, тяж, ну ничего такой резвый тяжик.
бы сказал, прям такой нормально. 35 считай км, 36 херачит. Сейчас здесь вылезет четверо и меня просто расколбасит. Оп. Шестерка. Ну я же говорю, шестерка будет запросто пробивать. Понимаете, вот шестерка запросто будет пробивать, это прям 100%. Ну. Дал. Блин, надо ремкомплект взять еще. Дал. По 160-то, конечно, маловато. Хера там кто-то сам себя убил, придурок. На, ёпта. Встал, он тут спрятался. О, покер. Он нас обижает, да? Бля его нахрен. Да. Вау, прям в задницу. Ну бахни, 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 со спины же бьют. Ой, дебилоид. Вот жопа нам пришла. Он едет. Привет. Гусениц сбил. Блин, ты посмотри, хрень-то не пробивается. Вот так я только в гусли пробиваю. Сучка. Блин, а какие же у него тогда такие оборонительные места? Смотри, передок полностью пробиваемый. С тревода у него все дырки. Бомба. Запросто прям пробивается. Интересно. Жопа пробивается. А че у него такого? Надо посмотреть, кстати, по характеристикам ТТХ-шечка. Да умри уже, ёпта. Понятно, что ты 6 хп не затащишь, даже если захочешь. Где сейчас с другой стороны просто пиздяк? О, дебил. Я же говорю, понятно. Против шестерок невыгодно. Шестерка пробивает. Как ни крути. Снаряд, они вообще сами по себе мощнее. Видели, я не могу пробить шестерку, потому что у него броня помощнее идет. Так, посмотри, подожди, улучшение. Че у него? У него броня 111, бронирование 107, бронепробиваемость 111, скорострельность 9,8, вращение 25, следующий день рождения до 15.07. День рождения. Так, ну давайте третий разок бахнем, посмотрим. Надеюсь, со своими попадем, но тут уже хоть своих побольше немножко. 4,3. Погнали, давай. Поехали. Поехали. Ну так-то он шустрее, смотри, он шестерку обгоняет. Прям 35-40 херачит. Ну, более-менее поворотливо, более-менее. 100% так вот здесь. Вот весь красный, блядь. Ну куда тебе попасть? Куда вот ему стрелять? Объясните мне. 180 меньше урон.
сучка. Да. Вот это вот пятерку-то, видите, я запросто пробиваю. А шестерку. Все, шестерка не пробивается. Не хватает. Гуслю сбил. Сто 75. Сто 56. Сучара он стоит. Ну, сука, чуть-чуть же не хватило. Забрал. А, сверху меня М6 херачит. Забрал. Чпунька. Меня хотят догнать. Бля, там КВ. Всё, мне хана. От М6 я не смогу. Там КВшка. Пиздец. Со всех сторон я просто... сказал. Там меня этот поджидал. Этот меня... суки. Просто суки, одним словом. Против шестерок невозможно стоять. Херачат прям во всю и вся. Сразу говорю, прям это... Ну это в принципе логично, когда танк выше уровня. Слева дебил. Ебанишь. Вот нахрена он бьет того, когда... Он же шестерка, он же его запросто мог пробить в целом. Хотя бы тогда фугасом пиздец. А хотя фугасом он же и себя добил бы. Ладно. Все равно говнище. Ну мог бы попытаться, вдруг повезло бы. Супер. Ты что вытворяешь? Что ты сделаешь? Ну-ка покажи. Почему против меня, сука, шестерки встали? Ну, вот если бы пятерки стояли, было бы намного эффективнее, проще. Ах, боль, печаль, тоска. Это надо, чтобы в команде какой-нибудь четверка играл кто-нибудь. Было бы неплохо. Хоть два, по 20 тысяч приходит, это радует. Как бы не в минус. Вот. Вот такая вот пиздюлина нам выпала. Ну... особо его даже протестировать невозможно, потому что сейчас в основном шестерки будут падать. Вот на своих ровесников, я думаю, достаточно неплохо. Я думаю, его пробить, по крайней мере, под углом вот здесь рикошеты, наверное, мне кажется, будут какие-то вылетать. Хотя вот здесь, мне кажется, очень гладко и очень легко пробить. Но это не точно, я не знаю. Просто его особо нужно изучать, нужно, наверное, смотреть. Ну, в целом, хоть что-то выпало, да, чем вообще ничего. Тем более, у нас скоро еще 200 голды мы соберем. И... откроем еще один. Ну, я думаю, навряд ли нам повезет, конечно, еще разок, но все-таки. В любом случае, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, пишите комментарии, что вы думаете об этом танке. А, те, кто играл уже, подскажите самые, как стоять правильно, бронелобы, стегде, чтобы жестко не пробивали, и т.д. и т.п. Короче, вот. Всем спасибо, всем пока.